Ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла? В первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детей? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я бегу? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной смен я повстречал Поли и Сэма. Ах ты, сука! Держись! Скорее, Поли! Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Че, куда? Неважно. Живо! Держитесь, я кое-что придумал. Нифига себе! Останови возле бара. Садили, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Компенсация за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Это должно хватить. Слава. До Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно, спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, Павел. Я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал о предложении Сэма о работе, но бы скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После этой поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты, шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты там обгадил в Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время побудешь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Смотрите, кто это? Дино, Лу! У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда, ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем, если... Может, тогда вы здесь и останетесь? Что ж, еще свидимся. Пойдем. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомимся с Доном. Дон Сальери? Да, эта история его повеселит.
Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Марлы пришли к Томе. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелла торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелла узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сандири. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Чао, Поли. Смотри, какой штуцер. Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Хм. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьется! Если бита недостаточно. У меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Поли? Нельзя-то так пугать людей! Извини, Рафи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Поли. Да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил. Ральф у нас немного того. Но пригодишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Поли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Эй, босс, все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Нет. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелла травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сандири. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной. Благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблемы. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. День сбора дани, парни. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костеломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Вы справитесь. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локнем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять в стекло. Смотри. И... Учись. Да ты просто волшебник, Ральфи. Том! Томми, я ранен. Господи, Поля. Скажи, Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Сэм. Ой, досталось тебе, дружище. Боже. Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. А, черт. Он взял деньги, Том. Я догоню урода. Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Ха. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Томми,
Спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг, хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник, парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелла. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелла хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все забывают, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует и верни назад. Без проблем, босс. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр, это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой, Бобби. Точняк, есть один парень, Лука Бертоне. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее типа подкрутит, и завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик мудак. Ты Бобби? А? Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Друзья Ральфи, мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Томми Анджело. Лука Бертоне. О, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка. С норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для Бонда. А семья же клиентов. Лишь бы мистер Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не будет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками спустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фред. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Уже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фред, ты что? Том, гонка начнется уже через полчаса, это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Хорошо, Фред. Славно. Ральф уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Поприветствуем нашего фаворита Европы Мартина Ликенберга. Я считаю, что народный заезд примет участие в гонке. Прошлые новости. Любимый болельщик в Лос-Карене Майки Дан не сможет участвовать в заезде. Остатки в замене Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Вам сегодня везет? Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том! Хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел, Дон Лука. Но я все равно тебя благодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Фух. Вот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо. Где мальчики? Подружка-то есть? Или все уйдет? Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпей по себя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Поли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. А, ладно, доведу его до дома. Корова сказала, ну, а утка сказала, а птичка сказала, что? Не знаю, но вот этот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Он козел. Проявил уважение. Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ну, надо, ты прав. Идем, чемпион. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да лучше, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Сару? Я думал, она сама кого хочет проводит. Да, она такая. Ну знаешь, возле ее дома стала жеваться какая-то. Черт уж она, какие ирогации. Хомяк пристает к прохожим. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что не понравится. И сделать реально. Если проводишь ее... Эти козлы выясняют, что на Дону, как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Да-да. Сара, мы закрываемся! Что происходит? Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай.
Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Оу, привет, красотка. Да ты нам изменяешь? Отвали. Не надо огрызаться, куколка. Так и быть, пусть твой хат смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым, но сейчас он старый пердун. Морелла его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Томми! Неплохо бы справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, я посмотрю. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Я думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав, принесу иголку с ниткой. Не так уж и плохо. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том. Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни еще. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Часто рано штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучше шов. Но сойдет. По крайней мере, он будет напоминать мне о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет дома. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь странный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами, разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо бы искать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шмаль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Бейбарута. Это бред, конечно, но бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Говорю, лучше Поки я в жизни не видел. Ой. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Джонни, вернись! О, давай. Суки, давай скорее к машине, Том! Исчезни! Замочи его, Том. Нет, нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том, ты что, как можно жалеть такую мразь? Он отрохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. Закончится. Все равно он уже труп. Боже мой, Том, очнись уже. Забыл, что они хотели сделать с Сарой. Нет. Просто... Эй, пойдем отсюда, пока река нет. У меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поле. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Делотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Вот чёрт. Это не все. У машины был еще один парень. Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поле. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя я провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда. Проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс.
Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. То не надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. Последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Сэмом Кор. Однако, хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги и установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет внимание? Да, но будь осторожен. Стрелять нужно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Там. Понятно, босс. Выполняй. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы убирать ее за то, что она любит слушать мой трёп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Больше не прошу. За дело. Уходи! Убирайся отсюда! Ты Мишель. Беда, что? Знакома с парнем по имени Сэм. Возможно, много кого зовут. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживал у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет у ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посмотрю, чего с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите, Дон, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе. Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай, одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, мы будем в расчете. Смерть – это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении будущего. А сейчас, я думаю, в ближайшие рубли хотел бы сказать бабусу. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты поручал мне в передрях. Не знаю, как я буду. Что вы здесь? Стойте, это ведь он, тот гад, что убил Билли! Что вы наделали? Убийство в доме Божьем! Они преступники, отец. Воры, насильники, убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они обращения. Может быть, они могли бы помочь бедным во искуплении своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ах ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске, господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Поле с сегодняшней поставкой. Выйди-ка. Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Поле присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь на страже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Поле на склад. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк, сделаю. Славно. Прошу тебя, доставь канадский товар в сохранности. Понимаешь, он уже присмотрел для себя ящик. Давай, Том! Эй, осторожнее! Я же только высыл. Прости.
Знаешь это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Ебас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, Сара, встречаюсь. Дочурка Луиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип-том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поля. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в берлогу. Интересно, что бы она могла поверить о своем старике. Брат Луиджи был тем еще убийцей. Я не знал. Она начала работать в баре практически с берега. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше нас. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется ей врать. Заодно это. Можно на ней жениться. Вот черт. Сэм должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, не сыв трусы, Том. Может, он от ливня укрылся? Или дегустирует. Как будем его? Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решил, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Эй, приятель. Матюш, брось оружие. Ты первый. У нас нет времени. Прости, парень. Видимо, придется поплотно. Ну ладно. Скорее сюда. Я его прижал. Стой. Это я, Топ. Толя. Ты почему так долго? Искал Сэмми? Нашел его? Пока нет, только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Вот черт. Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. Они ничего не сказали. Похоже, платит Морелло. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Кстати, здесь прикройте нас. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Эй, Буля. Сэмми, что они с тобой сделали? Пустили. Боже. Сколько же крови? Идти можешь? Нет, не думаю. Ладно, ладно, ты только держись. Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору. Эй, эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом скоро вернусь. Ладно. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да, да, бывало. Боже, Тони и Тони тоже? Да. Тот же странный Боня. Как Сэм? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри оба. Всем, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми, давай, держись. Тихо. Ничего. Полли, у нас еще гости. Скорее, едем. Я рядом, Сэм. Поищи, Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. Не дай ему обогнать нас. Я уже выжил педаль до максимума! Ну что, скинули? Где таскили гаммы? Сэм, ты как? Я останусь. У доктора и так забот полный.
Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том. Все нормально будет. Хорошо. Эй, ты молодец, Том. Ты опоздал. Ужин остыл. Работа. Выходи за меня. Эй, босс, я понял, я вам нужен. Присядь со мной. У нас крот там. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пустом. Фрэнк. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку. Что, вы хотели ее убить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Похоже, это здесь. Приведи меня к книгам. Том, Фрэнк, меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Том. Передать ему что-нибудь. Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет. Вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Эльс, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Поднимайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк! Станьте живо, Марч! Ради Эльс. Ради нас. Лезь, черт, в самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда не скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк, почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела, так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон всадит мне пулю в висок. Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он вообще никогда не вспоминал Фрэнка.
игнорируешь моих ребят, Марко. Мы с Серджио всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень, умный, верный. Верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Эрио. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Это печально. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем здесь? В каком-то смысле. У Морелла есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелла намекнул ему, что гибель Санка Гелотти наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем? Да. Коли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так. Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его скроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш. Сальваторе, тут ты, Бене? Сири, грация. Дон Сальяри. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Сири, вот ты, Сири. Томми, наткнешься на Уоткинса, не убивай. Проблемы так хватает. Понятно, босс. Вон, Фортуна, Роганс. Томми. Томми, Анджело. Печи ради... Дико на черте. Meraviglioso. Per favore. Браво. Скуза. Конечно. Покажи, что ты умеешь. Черт. Быстрее, закопай. Пожень, сапожень. Блин, неважно. Скорее, надо убираться отсюда. Пока. Это последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет 10 хранил. Но нам нужны деньги. Так что увозите. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс. Что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец, Том. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же, пока мы на мели. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да, вам это понравится. Позаработаем бюджет, а заодно и Морелла пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад. Отдыхал я, значит, в курилке в голубых тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клуб «Джентльмен». С баром и всем прочим. Вот. Один клиент надрался. И начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный отца. И вот он все ныл и ныл. Мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти. И пригласил в забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарей. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелла. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю, Поли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Поли уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и малыш Билл с вами. Сделай, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Поли, рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейтс. Ну, надеюсь, вы понимаете толк и виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми. Ну да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады работать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Не, не, все нормально. А чё? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чёрт атмосфера совсем скривится. Не, не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе ном. Гири-гири! Давай, чёрт, сука! Чёрт, блядь, больно, сука! Берите дачку и приезжайте за мной. Да, сэр. Тридцать восьмой калибр. Встретили ребят Морелла? Да, где их больше нет. А что с парнем из Кентукки? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, два мы разделались с громилами Морелла. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговли виски. Посмотрим, стоило ли это пойло всех хлопот. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюта! Салюта! Я так понял, Сальери готовился сделать ход? Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили, и весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила.
Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Коли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа, доволен. Да, наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Хм. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом сплодить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. И макнул его прямо мордой. Эй, спагетти. Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппи, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушку с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелла последнее время притих. Может, зря я переживаю. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Томми. Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится эта вина. Да, Сальери. Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, парень. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя баба специально для вас приготовит габанату. Эй, браво, браво. Вольто Бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. Как блюду, кьянти. Я берег это вино только для вас. Мэн, мэн. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить там. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет, это моя идея. Пьяницы размыкают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пеппи, еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Ложись! Какого черта? Вот мудак, не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Через ту дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи с черного хода и обойди их. Уверен, босс. Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. О, ну и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет, зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том, ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбурге. Узнаем, что он может нам поведать. Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карло ждет нас. Нет, Том, мое лицо будет единственным, кто увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь. Тебе лучше исчезнуть. Тебя ждет закрытый гроб, Карло. В порядке, босс? Да, притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему драть! Все еще жив? Не уверен. Теперь точно нет. Эй, зеркал, гады, все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Да. Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Слава. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого того? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепоне. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда. Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен. Братишка. Ты тоже, Дон Морелло. Все парни в сборе. Хорошо.
мы наконец-то идем за ним. Почи, сначала нужно его ослабить. У Морелла свои копы политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вольнуть одного козла, до остальных быстро дойдет, что быть с Морелла вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк, Гелотти. Он все еще кипит из-за мертвого сынка и будет с Морелла до последнего. Боже, этот хер гадит нам еще 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. В честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Что насчет охраны? Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением всажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелоти продажи, но не так глуп. Охрана обыщет всех, кто заходит на борт. Ствол тебе никак не пронести. Так, что? Брусить? Его за борт, вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в гальюн на носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю, он припрятал там револьвер. Затем просто подожди. В толпе. Только не выдавай себя. Жди, пока Гелоти не выйдет. Дождись, когда урод начнет толкать речь. И только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую. Нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сэм и Поли сейчас в доках, как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мрази Гелоти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Бона фортуна, Том. Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет Гелоти. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Давай. Где же ты, сука? Привет, Джон. Ну как, все нравится? Конечно, пока парень наливает. Молодец, выпей еще за меня. Рад видеть, развлекайтесь. Да ему повезло, вот и все. Серджи Морелло всегда везло. Мозгов-то у него явно побольше, чем убраться. Мы достанем его. Нет, я снимаю вас с дела. Вы уже сильно насвидели. Дадим шанс тому, кто грохнул Гелотти. Томми уже нехило запугал политиков. Может, и Серджи разберется. Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе. Серджи приносит Морелло кучу денег. Он рулит профсоюзами, а значит, контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем его, и Морелло лишится большей части дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парня. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит, как только повернет ключ. И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и все. Бум! Сделай это, Томми. За всех, кого убил Морелло. И за все банки, что он у нас украл. Ему просто повезло. Да, буду дома к ужину. Может, в выходные потанцуем? А дочка пусть с дедушкой посидит. Да, я еще тут. Отчет. Эй! Нет! Нет. О, Боже! Господи! Боже мой! Томми, что происходит? Я тут был уже. Винни. Все, все очень плохо. Так, успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Удача Сержа испарилась. Что? О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджа. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Ладно. Том, ты как? Ну, это бомба, все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. Что за херня? У нас послание от мистера Сальери. Нет! Пошлите полов! Поехали отсюда! Питер! Он удрал! Завали его, Томми! Скорей! Бегом назад в машине, нужно догнать их, пока этого идиота не пришили! Смотрите, придурки, убейте говнюка! Выигрался и хватит, сука! Что думаешь, сможешь меня же валить? Я говорил тебе! Меня не убьешь! Не такой ты везучий, говнюк.
Стой! Нет! Сержа, начался настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелло залег на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелло. Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет. Встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле тяжа. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелло и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть выяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания, пока будете шиваться у театра. Достанете пушки, только когда появится Морелло. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Погнали! Там его громилы. Вижу их. Стоп тебя! Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в глазах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Давай, давай! Мы не разогнались. Поднимайся! Да. Я сяду за руль. Почему? Потому что я здесь водитель. Господи боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим. До встречи на том свете, Марк. Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конвейер, пули худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поле твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Снильчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поле и Сэм вместе. Ненавистить его. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Вини есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Скажу к Вини за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт-Стэнлере. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко, так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тут еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Превосходно. Да, обмен на босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же. Как-то это мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет.
Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Вера, и не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука, там же полно-полно охраны. Да, тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Уволим грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет, просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела только лишняя морока. Ладно, поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего то? Да так, пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мысли в голове много. Там еще для мысли место есть. Смеяетесь, мудачье. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай, что ты задумал? Думаю, накрыть сберегательную кассу в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место, уже все 100 раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. Ограбить банк для нас слишком круто. Мы тут странных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украсть сигары нам поручил Дон, а налет на банк он ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. Ты что же, хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разозлится. Но успокоится, когда увидит свою дочь. Не знаю, а я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я, Молли, тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Молли. Или скажи все Дону, или забудь. Ну, помечтай, как можно. Проснись, все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Поли захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил, что ли? Нет, резко, как стекло. Этого я и боялся. Эй, хорош меня доставать. Все путем. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего 2 места. Можешь ехать в кузове. Лежи и не высовывайся, не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как раз отлично. Ты всем телкам это говоришь. Хорош. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи. Эй, Том, удобно тебе там? Сам как думаешь, умник? Приедем к хранилищу, и что дальше? Не знаю, поищем ящики из Камеруна, или как его там? Ну, сигарная страна. Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не бойся, ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Черт, точно, да. Пит, бумаги у тебя? На торпеде. Что это было? Вы о чем? Держи, друг. Хорошо, приезжайте. Работа сегодня кипит, парковка забита. Слышали? Сегодня здесь полно народа. Ничего, будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, Сэм. Ты же знаешь. Вы чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги, но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. За мной. Ладно, Том, теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами. Понял. Они все записывают. Так что поройся в документах. На обычные русские сигары с корабля Багеля. Судок, что давалось 23 числа, во вторник. Ясно? Да. Не попадись никому в глаза. Как закончишь, разыщи нас. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Все пучком, парни. Ладно, грузим все и валим отсюда. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, не сигани воду. Черт, вы слышали? Эй, Поля, ты жив? Да, пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Кто придет в бешенство, если товар будет испорчен? Ни хрена себе. Черт, наркота. Уверен? Да, уверен. А где алмазы? Их тут нет, это и есть товар. Нет, не-не-не-не-не-не. Дон сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик, алмазов нет. То есть мы рисковали жизнями ради этого говна? Похоже, да. Тебе лучше остыть, Поля. Дон сейчас будет здесь. Мы не скажем Дону ни слова. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен, да. Да, но сейчас мы все будем помалкивать. Ясно? Да. Поля, ясно? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался, вот и все. Этот?
Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорченные, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад. Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде. Ладно. До скорого. Твою ж мать! С меня уже хватит, Томми! Если бы нас повязали в дурью, мы бы сдохли в тюряне! Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. У тебя есть семья-то. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять, жена твоего парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроить. Ты не создан для домашней жизни в поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелить тебя. Мы по полгода только и делаем, чтоб играть в карты, не кидаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забудь. Вот я пытаюсь не уснуть, пока он рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже покурил. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Так ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать? Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию, но как тебе было? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все мутит. Ты уже втянулся, брат. Как знать. Ну, план прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть минут 5. Может, чуть больше. А если все накроется? Я ни хера не шучу. Том, если услышишь выстрел, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Работаем? Работаем. Но не вы, дамы! Стойте так, чтобы мы вами любовались! Кто дернется, получит пулю! Господь во всех! Хорош тут ты! Вот, сука! Копы уже здесь! Валим! Получилось? Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Да. За старые добрые. Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях. Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй, Сары. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да ладно. Удачи. До завтра, друг. Смотрите-ка. Явление Христа народу. Я уже думала звонить гробовщику. Извини. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Ну, что натворил? Мне просто повезло, жена. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно, сообщу в газету. А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его давных планов сработал? Вроде того. Собирай вещи. Заскочу в поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с поля вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь, от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. С Полей все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. Боже. Поле. Поле. Черт. Я Том. Где Поли? Он...
лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот черт! Я же звонил, чтобы предупредить его! О чем? Твою мать! Парни, вы же мне 100 раз жизнь спасали! О чем предупредить, Сэм? Сальери! Он знает ограбление банка! Ты в тюрьме, Том! Тебе нужно исчезнуть! Ладно, давай. Так, ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Мне заехать в поле? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да, хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. Стоять, Том. Черт. Привет, Том. Сэм, что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Полли забрать. Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Ты его убил. Ты убил Полли. Нет, друг. Полли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Ты же сам понесох. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правила. Все это печально. Дон Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим о твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Черт. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, Сэм. Меня ты убьешь, а Дон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. Я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь, как Фрэнк. Ты не высовывайся, кто без полиции. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Боже. Ты их слышишь, правда? Это голосок в твоей голове. Наверное, звучит, как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты и Полли мы... Я понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини, может быть, даже отцу Сары. И, по правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время. Не свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не овдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле, неважно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Когда-то давно, в другой жизни, кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины. Его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями. И взял нелегкие обязательства,
Целых 8 лет я провел один. Нет! Пытаюсь найти себя. Но я смог вернуться домой. Надежным мужем. Хорошим отцом. И человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость. Но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам. Стремимся к своей мечте. Пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает привет. Томми! Вот тебе. Вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья – все временно. Но семья – это навсегда.